Юрий Колокольников родился 15 декабря 1980 года в Москве. Родители Юрия рано развелись, и мальчик вместе с матерью, переводчицей, неоднократно менял место жительства. До 10 лет жил в СССР на Камчатке, в США, в Канаде. Кроме российского, у Колокольникова есть канадское гражданство. Долгое время он также был гражданином США. По словам самого Колокольникова, ребенком он был непослушным и неуправляемым. Не справившись с воспитанием сына, мать отправила его обратно в Россию к отцу. Почти сразу же по приезде в Москву пошел учиться в киношколу и стал участвовать в детских спектаклях. Вскоре отец отводит его на пробу к режиссеру Савику Лишу. И мальчика берут на небольшую роль беспризорника фильм «Железный занавес». В 15 лет сдает экстерном экзамены за два последних класса средней школы и подает документы в Щукинское театральное училище. С первого раза он поступает на курс А. К. Грави. Первыми режиссерами Колокольникова были Петр Тодоровский, Михаил Пташук, Владимир Меньшов. В 2000 году, сразу по окончании училища, отправляется в Голливуд. В течение года живет в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, подрабатывая официантом, курьером, грузчиком. Не сумев пробиться в большой кинематограф, Колокольников возвращается в Москву. Колокольников знакомится с режиссером К. Серебренниковым, который приглашает его на роль в телесериал «Дневник убийцы» и в постановку «Сладкоголосая птица юности» на сцене театра «Современник». Премьера спектакля состоялась в 2002 году. Затем последовали другие роли в театре и кино. В 2013 году диктовал текст ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» на площадке журфака МГУ. В 2014 году сыграл роль Магнара Тена в «Стира» в четвертом сезоне телесериала «Игра престолов».